Доброго времени суток, видеообзор на iPhone 11 Pro на 64 гигабайта памяти. Телефон внешне в отличном состоянии, на дисплее нет никаких царапин, никаких повреждений, сколов. Боковые стороны тоже в хорошем состоянии, и задняя крышка с камерами также в отличном состоянии. Предварительно установили сим-карту, сеть она видит. Также к Wi-Fi данный телефон подключен. Аккумулятор у него на обслуживание просит. Максимальная емкость 79%. В принципе, это еще нормально. Также проверим камеры. Широкоугольная. Фокусировка, все работает. Также фронтальная. Проверим запись видео на камере и, собственно, звук. Звук хороший у него. Также функция True Tone присутствует, она активная. Но и с Face ID также проблем у него нет. Сейчас произведем настройку. Face ID отлично настроился, работает. Далее основные об устройстве. Это 11 Pro на 64 гига, сим-карта без ограничений, любая подойдет. Также проверим, соответственно, дисплей. На фантомные нажатия, мертвые зоны, их нет. Ну и аудиокодек по средствам диктофона. Раз, два, три, четыре, пять. 4, аудиокодек работает отлично. Также датчик приближения. Датчик приближения работает. Ну и зарядное устройство. Зарядку он видит. И также беспроводная зарядка. Беспроводную зарядку он также видит. В комплекте с телефоном ничего нет, только телефон. Рекомендую к приобретению.